Детская школа искусств Демакова 4. Пименова, вахтер Пименова. Возгорание в большом концертном зале. Звонок на центральный пункт пожарной связи. Огнеборцы уже спешат на помощь. А тем временем сотрудники детской школы искусств делают то, что в их силах. Покидают здание через аварийные выходы. Таков примерный сценарий пожарно-тактических учений. Ситуация осложняется тем, что в концертном зале в дыму остались двое пострадавших. Прибывшие на место пожарные эвакуируют людей. Локализовать условное возгорание удалось силами нескольких специальных пожарно-спасательных частей Зареченского гарнизона. В учениях задействовали 28 человек личного состава и 7 единиц спецтехники. С поставленной задачей огнеборцы справились. У нас был два участка – слабое, сильное задымление и непосредственно очаг пожара. Но благодаря четким, грамотным действиям наших подразделений пожар в определенное время взят под контроль и благополучно потушен. Во время учений проверяли не только быстроту и оперативность пожарных, но и действия сотрудников детской школы искусств, знание правил и порядка эвакуации. Оповестили ЦППС по телефону 01, приняли меры к эвакуации людей из здания, и команда ДПД приняла все необходимые меры к тушению пожара. По итогам учений с поставленной задачей справились все службы. Такие тренировки пройдут в учреждениях города еще не раз. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, телерадио, компания «Заречный».